За считанные дни в Котласе растаяла ледовая переправа на 46-м лесозаводе. Еще неделю назад по ней ходили люди. Сегодня льда как не бывало. Для семейного подряда Емельяновых, которые круглый год обслуживают эту переправу на Вычегде, по факту началась подготовка к навигации. Пока тех, кому срочно нужно попасть на правый берег, они доставляют на катере водник. Но, видимо, уже в пятницу, 17 марта, в первый в этом сезоне рейс отправится паром. Отметим, что официально ледовая переправа на 46-м в Котласе была закрыта еще 4 марта. Сегодня начинает работу очередная сессия депутатов Архангельской городской думы. В повестке заседания 14 вопросов. Народные избранники внесут изменения в бюджет областного центра, рассмотрят отчет городской контрольно-счетной палаты, а также обсудят, насколько успешно выполнен план приватизации муниципального имущества за 2016 год. Кроме того, депутаты утвердят новый состав общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения. Начнется сессия городской думы в 10 утра. Тема развития территорий стала ключевой в ходе традиционной встречи губернатора Игоря Орлова с главными редакторами районных газет. Реализация ежегодного послания областному собранию, предстоящий арктический форум, вопросы экологии и развития некоммерческих организаций – эти темы также обсуждались. Но акцент был сделан все-таки на необходимости активного привлечения муниципалитетов к вопросам развития территорий. Со своей стороны, руководители газет обозначили острые проблемы районов. Они касаются деятельности учреждений здравоохранения, перспектив работы лесозаготовительных предприятий, строительства детских садов и школ, транспортной доступности. По ряду вопросов Игорь Орлов дал конкретные поручения профильным министерствам. То, что сегодня муниципальная власть является такой базовой системой, базовой органом управления и взаимодействия с целым сообществом, которое должна создавать и настроение развития социального комфорта, настроение поиска новых начинаний, новых движений, новых решений в области развития региона, это совершенно очевидно. «Сообщи, где торгуют смертью». Антинаркотическая всероссийская акция под таким названием проходит в Поморье. Проводится она уже 11-й год подряд и продлится до 24 марта. Архангелогородцы могут получить консультации по вопросам профилактики и лечения наркомании и сообщить адреса наркопритонов по телефонам горячей линии 8 818 2 42 16 16 и 8 818 2 21 65 55. В Котласе номер телефона 818 37 312 53, в Коряжме 818 50 3 2000. Также сообщение можно оставить через официальный сайт регионального ОМВД. Граждане могут анонимно сообщать информацию об известных им фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, либо лицах, причастных к данной противоправной деятельности. По всем фактам будет проводиться необходимый комплекс проверочных мероприятий. Архангельское военно-историческое общество проводит акцию под названием «Дети рисуют мир». В ней участвуют детские рисунки из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья, тех территорий, которые пострадали от террористической или военной агрессии. Организатор Владислав Жгилев сам бывал в Чечне, Дагестане, Цхинвале, в Луганске и Донецке, где собирал детские работы. Всего 15 рисунков, которые в мае этого года полетят в космос. Космонавты поставят на них свои личные печати и сфотографируют на фоне Земли. По возвращению назад рисунки сначала станут частью выставки Владислава Жгилева, а после поедут в Москву, в музей космонавтики. Мы хотим просто довести до детей, что везде в трудных условиях дети о мире думают. Тут ни одного танка нет. «Нам года не беда». Под таким девизом в Новодвинске прошел творческий конкурс для бабушек. Дамы почтенного возраста с удовольствием пели, примеряли на себя актерское амплуа, с азартом участвовали в тематических конкурсах. По общему мнению, вечер удался. Бабушки, бабушки, вы ведь не старушки. Бабушки, бабушки, лучшие подружки. Мы ходили, как сказать, на репетиции, подготовили сценку, пели песни. Ну, все понравилось нам. Хотели выглядеть, ну, как бабушки, ну, получились как дамочки. Ну, ничего. Вообще девочки у нас серьезные, активные такие. И слова, конечно, учили эту неделю усиленно. Ну, может, будем читать по слогам. А так вообще девочкам спасибо, бабушкам. Хорошие у нас бабушки.
Сегодня в Архангельске будет пасмурно. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, умеренный. Температура до 2 градусов выше нуля. Тип погоды 2 – благоприятный.